Добрый день, меня зовут Абайдуллина Надежда Михайловна, творческий псевдоним Мария Грати, телерадиоведущая и режиссер. Подожди, дай мне подумать. Ну, давай. Монахина Анна закончила театральный институт. Сейчас. Павел Кореневский, ведущий корпоративов свадеб и поминок. Иван Андреевич Барзиков, я. Эй-эй! Вот. Как ваши дела? Ну, вы знаете, до того, как вы пришли, они были отменные. Сейчас как-то похуже. Ну, слава тебе, Господи, я надеялась на это. И вот именно поэтому из окна гостиничного номера своего я телевизор выкинул на авто. Что мешает плохим танцовщикам все-таки? Плохие органы. То есть яйца вы считаете это плохие органы? Ну, видимо, да. Можно? А что это за аромат? Это булгари. Мне кажется, вы вчера что-то пили. Вот как вы считаете, женщина, вот, то есть как вы, да, уже с перепробегом, для чего на телевидении нужна? Но все равно для бабушек тоже есть всякие разные программы, почему нет? Ну, милая, ну не на канале Юмор ТВ и не на кастинге молодых телеведущих. Почему нет? Ну, потому что нет. Может быть, вы еще как-нибудь блеснете умом? Вы знаете, состязаться с вами в проблеме... Кто вам сказал, что надо состязаться со мной? Сейчас вы себя показываете. Я уже, слава богу, работаю, у меня все в порядке. Вы сейчас себя показываете и хотите зарекомендовать как можно лучше. Поэтому что вам со мной состязаться? Все равно вы проиграете. Встать нормально, можешь встать? Гимн, Украина, ты че? Давай. Крупничком возьми меня, видишь? Крупничком, нет? Дурачком, давай. Щены мерла Украина. Авторитета местного, ну и что? Я рок-звезда, идите на из окна. Ни слова неволя. Кстати, я придумал. Ты знаешь, на самом деле вот так в туалете только чуть занято, как мы в детстве говорили. Тебе нужно говорить-то через раз, а петь вообще противопоказано. Короче, у меня будешь дома варить кофе, мыть полы и рассказывать мне смешные истории, чтобы у меня было хорошее настроение с утра. Согласен? Где подписать? Говорят, что Алексей Чумаков твой кумир. Вот, пожалуйста, что-нибудь из его творчества можешь спеть? Ну, я просто смотрел только порнофильм с ним. Ты не уравновешенная? Я уравновешенная. Если бы она не уравновешена, я бы, наверное, бы и вела бы себя неадекватно. Ты можешь расслабиться? Вот сейчас просто расслабиться. Можешь? Ты можешь не включать вот этого такого интеллигента вшивого? Ты пришел сюда на кастинг телеведущих. Ты должен себя как-то проявить. Вот! Вот. Я обычный. Да, теперь ты обычный парень. Ты не маж... Вот на камеру скажи, я не мажор. Я не мажор, я обычный. Прогнула крыша Геленвагена, ха-ха-ха. Смотрите все, какая вмятина, бум! Прогнулась крыша Геленвагена, ха-ха-ха. Смотрите все, какая вмятина. Что ты можешь сделать ради девушки? Я могу побрить свой хвост, который я отращивал год. А сейчас можешь? Прямо сейчас? А бритва есть? Ножницы. Ну, ножницами это вандализм. А можно кусочек, можно кусочек отрежешь себе, ну, на память? Ну, если вот в кайф на кончик такой небольшой. Правда? Пожалуйста. Дай ножницы, пожалуйста. Привет, Самара, ой, то есть Саратов, то есть Волгоград. Я крайне рад сегодня в вашем классном городе играть. Я где только не был, но самые красивые девушки в мире. Честное слово, зуб даю у вас в Сибири. Мы никому не скажем, никому. Что это с головы. Есть Иван Бандерас, поэтому прошу любить и жаловать, друзья. Молодой человек, а вы считаете, вот вы сейчас что? Что мы здесь присутствующие. Можем поддержать. Да? Потом, за дверью подождите, пожалуйста. Уходите. Ага. Уходите сейчас же. Сейчас. Не смейте являться ко мне в кабинет без вызова. Нет, девушка пусть сидит. Вы за дверью подождите, пожалуйста. Пожалуйста, за дверью подождите. Где у вас эти двери? Где надо, там и двери. Открывается. А вот, все, все хорошо, Лена. До свидания. Разошелся. Мымра! Ваш первый канал и второй канал тоже в рот ебал. Третий канал тоже тот еще кал. Да и четвертый, если честно, я смотреть бы не стал. По мне так, что пятый канал, что шестой, такой же отстой, как седьмой и восьмой. Девятый, десятый,
Россия 50-й, куда ни включи, кругом одни дегенераты. Сколько кнопками не щелкай на пульте, нормального ничего не показывают нигде. Я так устал от всего этого, и вот именно поэтому...